В России умерла девушка, жаловавшаяся Путину на медицину. Россиянку ошибочно лечили от межпозвоночного остеохондроза, на самом деле у нее был рак 4-й стадии. В России умерла 26-летняя жительница Апатитов Дарья Старикова, которая жаловалась Владимиру Путину на плохое медобслуживание в местной больнице. Об этом в среду, 23 мая, сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Отмечается, что у россиянки было онкозаболевание. Были применены самые современные методы лечения онкозаболеваний, проведены консультации иностранных специалистов. Это дало Дарье еще почти год жизни, но болезнь, к сожалению, оказалась сильнее, сообщил представитель ведомства. К слову, Дарья Старикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 15 июня 2017 года. Она рассказала, что из-за плохого медобслуживания в местной больнице ее ошибочно лечили от межпозвоночного остеохондроза, а правильный диагноз – рак 4-й стадии – был поставлен слишком поздно. В отношении ответственных лиц было заведено уголовное дело о халатности. Ранее сообщалось о смерти Игоря Паха, известного николаевского журналиста. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://tmi.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.